Ренатоусатый может вернуться в Молдову в случае, если решением суда аннулируют мандат на его арест. Об этом заявил адвокат Анатолий Страть в эфире телеканала БТВ. Он отметил, что в октябре 2016 года были задержаны 5 человек, связанных с делом Германа Горбунцова, но все сегодня на свободе. Это говорит о том, что дело полностью сфабриковано и является политическим. Această cauză penală în care este învinuit Renato Usată de tentativa de omor împotriva lui German Gărbunțov. Deja numele acestei persoane mi se pare că este cunoscut de către copiii la grădiniță. Deci, în cauza penală dată, s-a făcut două cereri și pe, în adresa curții europene, ce ține de intentarea, redeschiderea cauzei penale de către procurorul general și aplicarea măsurii preventive arestul. Însă, țin să menționez că dacă inițial, în octombrie 2016, au fost arestate 5 persoane pe cauza penală dată, deci în prezent aceste persoane sunt în libertate deja mai bine de un an de zile și careva finalitate cauza nu are, ceea ce ne vorbește încă o dată, că cauza a fost intentată cu tentație politică și ilegal. Истрати также добавил, что фабрикация политически мотивированного уголовного дела вынудила Рената Усатого покинуть страну, а позднее и пост мэра Бельц. На чей сенс ще фос анонитати тоти чеси демерту, чей цини де инчетария досарилор пернали, класария ши анулария мандатилор мандатули де арест, пентру а да посибилитати lui Renato Usat să revină, să-și continuă activitatea sa politică. Vreau să cunoașteți că, practic, pentru hărțuială aceasta, Renato Usat s-a dus și în demisie, a dat demisie din funcția de primar a municipiului Bălți, pentru, la fel, a nu crea precedente și a nu deci, crea probleme bălțeniu vis-a-vis de personalitatea sa. Deci, părerea mea este că dânsul a procedat ca un adevărat lider, ca un adevărat deci, cetățean care ține la cetățenii săi mai, cu atât mai mult la bălțeni. Вице-председатель нашей партии Илья Анкашу отметил, что вопрос о возвращении Рената Усатого стоит очень давно, и по этому поводу готовится сюрприз, о котором станет известно позднее. Возвращение Рената Усатого домой – это тема не только для бельчан, но для жителей всей нашей страны я хочу сказать, что у нас есть план вместе с Рената о его возвращении. Мы все думаем над этим. И, может быть, даже будет и большой сюрприз. Напомним, что в 2016 году лидер нашей партии и мэр города Бельцы получил статус обвиняемого по делу о покушении на банкира Германа Горбунцова и объявлен в розыск. Но международные структуры признали дело политическим и не стали сотрудничать с молдавской полицией. А розыск через Интерпол уже был приостановлен. В ближайшее время в европейских судебных инстанциях могут быть приняты решения, которые послужат для полного изъятия Рената Усатого из базы данных Интерпола.